Друзья, привет! Салуди Буковина! Сегодня 6 число, у нас День Святого Миколая. Ну, в Герцаевском районе, в моем родном районе, в моем родном селе сегодня День Святого Миколая. А знаете почему? Потому что у меня Герцаевский район, это единый район в Украине, кажется, который... Праздники празднуют на 2 недели наперед. Все думают, что я католик, но я не католик, друзья. Я православный, как и вы. Ну, типа, я в Бога верю, но в церкви не хожу. Я попам не доверяю. Ладно, сегодня будем делать обзор. Обзор будем делать на старую печку. Вот, смотрите. Печка. Сейчас я вытяну все. Оп. Печка ПТ-1. Печка туристическая номер 1. 83-й год. Сейчас посмотрим, сколько она весит. Грамм. Вот, друзья, сама печка, килограмм 350 грамм. Сама печка, о боже, сама печка, килограмм 340 грамм, ну 350 грамм, где-то так, грубо говоря. Теперь мы берем... Открываем. О, блин. Фух. Так, баллончик ставим. У баллончика есть вот тут прорез, видите? Друзья, не судите строго. Я учусь, как и вы. Разговариваю, как могу. На 4 языках. Так что не осуждайте вот эти хейтеры в интернете. Я вам желаю... Fuck my penis, короче. Делайте что-то, а потом диванные эти самые герои, блин, делайте что-то, а потом обсуждайте, осуждайте это самое, обсуждайте. Ну ничего, это тоже хорошо. Значит, комменты идут, значит, мои видео смотрят. Я вам благодарю, друзья. Вот. Эта печка не рекомендована для похода. Вы себе представляете, вот такое тянуть за собой. 2 килограмма. Тянешь за собой, а потом через 5 километров похода, то она встает целых 10 или 15 килограмм. Это, знаете, как в армии. Вот я служил в армии, блин. То мы бегали с автоматом за спиной. Бегали 5 километров. Получается, автомат, сколько он весит? 2,5 килограмм там, или 3 килограмма. То он через 5 километров встает целых 15 килограмм, друзья. Целых 15 килограмм, вы себе представляете? Так что эта печка не для похода. А эта печка вот для похода, мне очень нравится. Вот так вот, друзья, смотрите, видите? Что еще вам хотел сказать? Вот, что я решил. При транспортировке не можно так возить с собой. Газ, еще раз повторяю, газ очень взрывоопасен. При транспортировке не можно так возить с собой. Вот есть тут вариант, видите, оно раз зажало, раз выжило, типа баллон отключился. И все, можно типа так ходить. Типа так оно. Но это нехорошо. Я знаете, что придумал, друзья, при транспортировке? Вот берете баллон, оп, и просто и вот такого плана. Чик. Видите? Он нигде не болтается. Раз. Вот. Смотрите. Все. Вот. Тут вот, смотрите. Видите? Вот эта цанга и как носик этот горит. Он в воздухе стоит. Ничего не это самое. Не зажимается. Газ не выходит. Все. Вот так можно. Вот так вот можно печку транспортировать. Вот так. Ну все, друзья, идем на природу. Что-то у нас тут минус 5, короче. Идем на природу, сейчас проверим.
за сколько времени это нагревает печка воду, ну, печка, плита газовая, блин. Это плита газовая, это... А почему эта плита называется, а эта печка называется? Непонятно, блин. Ну, короче, для меня будет и та печка.